В минувший вторник темой для обсуждения в ток-шоу «Пусть говорят» стало состояние здоровья звезды бриллиантовой руки Светланы Светличной. В студию пришла внучка актрисы Мария Ивашова, которая сообщила о том, что бабушка находится в реанимации из-за поражения сосудов головного мозга. Накануне госпитализации она почувствовала себя плохо и попросила консьержа дома, где проживает, вызвать ей скорую. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию. А там нет мобильных телефонов, можно общаться только с лечащим врачом, сказала внучка Светличной. Однако директор гильдии актеров Валерия заявила, что артистка проходит плановое лечение в соответствии со своим возрастом. Чувствует себя нормально. Это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека. Прокомментировала состояние Светланы Светличной Валерия.